хотел немного сказать о теплых полах, которые мы заливали в каркасном доме. Обзор я уже делал, ссылочку в описании оставлю. Вот видно у нас выходят трубы теплого пола. Здесь полностью все залито бетоном. Делали это мы, как вкратце скажу, застилали подложку вспененную блестящую. На нее укладывали трубы, Промежутки между труб и 3 см пенопласта. Сверху ложили сетку и 3 см заливали уже сверху сетки. Делали это с помощью профиля, ставили профиль. Вот видно след от профиля. Он был как маяк, чтобы не меньше 3 см был. И в произвольном порядке стягивали по правилу. Естественно, не совсем это все ровно получается, но в чем плюс мы выигрываем? У нас за один... За одну плиту это все идет, то есть за один раз мы проливаем. Вот. Почему не следует сразу выставлять маяки? Объясню. Есть не... несколько причин этому. Во-первых, деревянные перекрытия они могут прогибаться, деформироваться от того, что вы их нагружаете бетоном. Это понятная причина, потому что на одну комнату мы подсчитывали, где-то квадратов 15, полторы тонны бетона. Представьте, если это нагрузить, насколько лаги могут прогнуться. И сверху вы, представьте, выставляете уровень, все, маячки у вас в уровне, заливаете бетоном, у вас, естественно, он проседает. И получается, что то, что вы выставляли, все это не имеет смысла, потому что бетон нагрузили, он прогнулся, перекрытия немного сдеформировались. Вот, это все, в принципе, это нормально. Но получается двойная работа, то есть вы сначала маяк поставили, потом поставили уровень, и у вас посередине немного провисло, вы начинаете потом подливать, то есть та же самая двойная работа получается. Вот это первая причина. Вторая причина то, что когда высыхает бетон, он опять деформируется. Почему? Потому что вода уходит, остается э, только раствор. Вот, а вода тоже имеет вес, поэтому лаги начинают немного в другую сторону пружинить. Насколько они спружинят, это неизвестно. Все зависит, насколько вода испарится <coughs> и насколько крепкие лаги вы поставили. То есть, насколько эта сила, то есть, упругости будет действовать. То есть, от этого зависит. Поэтому, вот по этим двум причинам нельзя сразу заливать в один слой. То есть это не имеет смысла. И еще самая главная причина, вот эта причина самая главная, то, что если вы будете сразу гнать слой по уровню, у вас может по центру получиться там все в зависимости, насколько будет прогибаться маяки поставите, допустим, по периметру 3, а по центру 5. Ну, допустим, может 5, даже 6, все зависит, какой проем большой, пролет. Вот и представьте, то есть какой слой у вас давит бетона сразу на центр. То есть это чревато тем, что у вас просто полы могут не выдержать. То есть в плане безопасности еще одна причина, почему не следует заливать сразу толстым слоем, какой нужен по уровню. Вот я вам три причины сказал. По этим трем причинам: первое, то что бетон дает вес и те что маяки, которые вы сделали, они уже не будут являться маяками, потому что про немного сдеформируется пол. Вторая причина. Вода, когда испарится, под силу упругости доски сыграют вверх, тоже не имеет смысла выставлять по уровню. И третья причина. Это когда вы толстый слой можете слишком оси наложить. Особенно это касается центра. А именно центр вы будете укладывать толще слой. Потому что по периметру жестче. В центре прогибается. вот Это чревато тем, что вот это давление увеличится. Чрезмерное будет. И просто-напросто полы не выдержит. Может проломиться лаги. Вот. То есть это игра с огнем. Поэтому я считаю, нужно в два этапа это делать. Вот я вам объяснил причины. Вот. Единственное, как это заказчику объяснить доходчиво, это второй вопрос. Но это на самом деле так. То есть этим не следует пренебрегать, чтобы потом вам не пришлось переделывать, двойную работу не делать или, или вовсе полностью полы переделывать из-за того, что они где-то не выдержат и проломятся. Вот такое вот небольшое видео по поводу того, как правильно заливать а, теплые полы или в частности вообще стяжку а, на деревянное перекрытие. На этом все. Если видео было полезно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. До новых встреч!